Дмитрий Васильев, дирижер Омского симфонического оркестра, он же художественный руководитель. Итак, Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня успели уже проголосовать? Пока еще утро, еще не успел, но вот сразу после эфира бегу на голосование. Мы сегодня специально взяли выходной, потому что именно сейчас у нас репетиционное время, но взяли выходной для того, чтобы была возможность всех проголосовать. Почему вы считаете, что нужно выполнять свой гражданский долг? Почему так важно прийти на выборы так просто? Во-первых, вообще известно, конечно, истина, что если не проголосуешь ты, то за тебя проголосуют другие. И очень важно иметь объективную картину предпочтений граждан. Вот. Ну и, конечно, наши люди любят глобалить и рассуждать о высоком, о большой политике, о том, что у них в подъезде, во дворе, на улице, забывают. Вот, а местная власть — это как раз этот уровень, и качество нашей жизни, ну, в большей степени зависит, мне кажется, от местной власти, нежели от какой-то другой. Спасибо вам большое за ответ. Ну что ж, а мы продолжаем.